Животные нуждаются в правовой защите не меньше людей. К такому выводу пришла обычная жительница Магадана Кристина Акчурина и составила петицию о необходимости появления в России должности уполномоченного по правам животных. Инициативу поддержали более чем в 20 городах по всей стране. Иваново не исключение. Местные зоозащитники решили узнать у жителей нашего города, нужен ли чиновник для четвероногих, и составили свое обращение. Мы все люди, да, и относиться по-человечески нужно не только к себе, но и к животным. И это сделает нас намного более человечными. В течение нескольких дней на улицах города зоозащитники рассказывали горожанам о фактах жестокого обращения с четвероногими, о док-хантерах и приютах для животных. Ивановцы активно включились в общественную инициативу. В приют вообще очень часто стали поступать животные, пострадавшие от рук людей. И эти животные требуют особого внимания, особой реабилитации. С ними очень сложно заниматься процессом их восстановления, заново научить поверить людям. И волонтеры, сотрудники приюта тратят на это большое количество усилий. Петиция, составленная Кристиной Акчуриной, в интернете вызвала широкий резонанс. Ее поддержали более 136 тысяч человек. По мнению активистов, ситуация с частными и государственными приютами для хвостатых требует действенных мер. Мы прекрасно понимаем, что дальше так продолжаться не может. Я полагаю, что создание аппарата уполномоченного по защите животных позволит решить многие проблемы, а также улучшить психологический климат в обществе. За рубежом эта должность существует так же, как и должность уполномоченного по правам человека. Оптимальнее считают активисты систему зоозащиты, сложившуюся в Германии. Там за жестокое обращение с хвостатыми следует серьезное уголовное наказание. В России аппарат уполномоченного по правам животных должен будет по задумке заниматься вопросами домашних питомцев-компаньонов и диких зверей. Человек должен, естественно, разбираться со всеми случаями жестокого обращения с животными, чтобы это не было безнаказанным, как я сказала ранее, чтобы он мог контролировать и поддерживать приюты, которые в большинстве своем это частные, созданные на силы, деньги и поддержку обычных людей. И так как у нас сейчас существует только статья против жестокого обращения, и единственное, чем она, нарушение ее карается, это небольшим денежным штрафом, то, соответственно, хотелось бы какие-то, чтобы поправки были внесены. В конце месяца петицию и коллективное обращение от ивановцев отправят администрации Владимира Путина. Кандидата на должность, если таковая все же появится, назначать будет также президент. Уполномоченные для хвостатых и ужесточения законодательства России нужны и с точки зрения госбезопасности, считают зоозащитники. Люди, которые могут принести вред животным, в будущем способны навредить и всей стране. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.